Приветствую! В этом видео последние новости о работе группы Тамары Николаевны Москвиной. Это фантастика! Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. Поехали! Буквально пару дней назад Тамара Москвина получила из рук президента орден за заслуги перед Отечеством второй степени. Заслуженный тренер подготовила плеяду олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Ее ученики суммарно за все время завоевали 63 медали. Это невероятно. Сама Тамара Николаевна почти 60 лет своей жизни отдала тренерской работе. Заслуженная награда для заслуженного тренера. Многих волнует вопрос о подготовке к новому сезону. Сама Тамара Москвина рассказала последние новости. Наставник в целом отметила, что сейчас идет работа над новыми программами. Группа проводит сборы в Сочи. Погода целиком способствует тренировкам. Идут дожди, от которых они прячутся на катке. Напомню, что и Александра Байкова, Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина, Александр Галямов продемонстрируют премьеры. Фигуристам полностью меняют и короткую, и произвольную программы. Как сказал тренер группы Артур Минчук, третий сезон подряд катать одно и то же невозможно. Тамара Николаевна сказала о том, что обе программы для дуэта Байкова-Козловский полностью готовы, но дабы сохранить интригу, тренер никаких подробностей раскрывать не стала. У Мишины и Галямова работа над подготовкой пока идет. Значит ли это, что данной паре уделяется все-таки чуть больше времени и тренеры чуть щепетильнее подходят к набору и синхронизации элементов для действующих чемпионов мира? Посмотрим. Как бы там ни было, мы уверены, что оба дуэта покажут максимум возможностей и эмоций в своих новых постановках.